черемуха в цвету. Сбежались ландыши гурьбою свою земную красоту. Природа дарит нам с тобою. Ты оглянись, ты оглянись, вьют рассветные закаты, вьют лесные ароматы, и до земли поклонись, и до земли поклонись. И что только солнышко весной лучи рассыплет на поляне, уже ручей звенит струной, уже казах и крапани, а там лесные соловьи опять засвищут до восхода. Ты слышишь, дарит нам природа напевы лучшие свои, напевы лучшие свои. Где красота, там доброта, их разлучить ничто не может, любая светлая мечта. И нам без них не обойтись, не ясным днем и днем дождливым. И если хочешь быть красивым, ты добротою поделись, ты добротою поделись. Я знаю, встреча суждена, любовь на свете лишь одна, и лишь ее одну всю жизнь ищу я. И как бы ни был труден путь, найду ее когда-нибудь, и сердце возликую, аллилуйя, аллилуйя. И даже если не люблю, я вновь и вновь о том молю, что жил я твоей любовью, аллилуйя, 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 аллилуйя. А без нее и счастья нет, ее за каждый миг благодарю я. Она зовет, и я иду, не важно где, когда наш беспокойный ум устанет от суеты, от бесконечных дел, нас что-то колокольчиком поманит в край девственный, в нетронутый удел. Любуясь красками вечно живой картины, настроив
честно чистый его плат, где счастливый, кому всегда по силам художника увидеть мудрый взгляд. Восторг восхода так чисто светила, вода зажглась рубиновым огнем, где счастливо честь сердце вновь открыла творца. Бесконечной жизни нить, тот счастлив, кто до главного порога способен в себе Бога сохранить. Тот счастлив, кто до главного порога способен в себе Бога. Богатый удивился, у нас одна собака,
стало жалко почему-то. Не потому, что светят в саду нам фонари, а их просторы звезды освещают. Они готовы Бога за все благодарить, а нам всегда чего-то не хватает. Теперь я знаю, папа, насколько мы бедны. Отец, когда слова услышал эти, лишился до речи, и я к нам приплыл, но так и не нашелся, что ответить. А мой отец, касаясь вопросов бытия, одной молитве учит неизменно. Благодарю за то, что имею в жизни я, и трижды за все то, что не имею. Ангел Богу тех, котомки грех, от людей скорбящих, от людей в беде, полные прошений, тяжкие сумы, их там как снежинок на полях зимы. Тут увидел ангел, как его собрат почивает сладко возле райских врат. Почему так часто в толк я не возьму? Сумками летаешь ты туда-сюда. Поделись, дружище, в чем твоя беда? И ответил ангел, брат мой, я спешу, я земли прошение Господу ношу. А прошений много, помоги, подай. Удивленно ангел плечиком пожал, мне Господь другое послушание дал. Оттого, брат мой, часто я лежу, что лишь благодарность Господу ношу. Конечно же, ее знаменитая песня – это «Близнецы». Жили два близнеца в материнской утробе, и другому один как-то высказал мысль. А ты знаешь, мне кажется, есть после рода удивительная и прекрасная жизнь. Потянувшись под маленьким слоном, тут улыбки беззубой своей не сдержал. Это просто смешно, верить в жизнь после рода. Брату верующему в ответ он сказал: как по-твоему жизнь может выглядеть это? Я не знаю, как точно, близнец отвечал. Но я верю, что там на земле больше света. Я один раз во сне этот свет увидал. Я, конечно, не знаю, как все это будет, но мы, может, своими ногами пойдем. И еще, правда, это похоже на чудо, но возможно, что мы даже ездить в том. Ерунда. Это никак невозможно. Наша жизнь, пуповина, и так коротка. А ногами ходи.
говорить и представить да сложно. Нет, не сможем ходить мы ногами никак. И оттуда никто еще не возвращался. Что за бред братец мой у тебя на уме? Все окончится родом, не обольщайся. Наша жизнь — это только страдания во тьме. Мне кажется, брат, первый не унимался, что когда-нибудь сможем увидеть мы мать. И мы временно здесь, чтобы мало помалу в жизни той после родов готовы не стать. Брат неверующий лишь качал головою, верить в мать — это просто за гранью идей. Значит, нет ее вовсе. Ну скажи, если умный, скажи, она где? Как ответить тебе, братец, даже не знаю. Но я чувствую сердцем заботу ее. И ночами, когда все вокруг затихает, она гладит наш мир и тихонько поет. Все наполнено ею и радость такая, словно в ней пребываю и ею живу. И хоть точно про жизнь после родов не знаю, но я верю, что будет она. Thank you.
всем мне. Другим удостоит давать, а не брать себе. Не ждать утешения, со мной утешением быть. И света любви не искать, а всей душой любить. Любовь полетит над зеленой планетой, лампадки тепло зажигают сердца. О, дай же мне, дай быть орудием света, быть песней твоей и кисточкой в Божьих руках. Позволь согревать замерзших, уснувших будить. Служить мне своей гордыне, другим служить. Чтоб веру нести туда, где витает страх. О, дай быть орудием мира в чистых твоих руках. Любовь полетит на зеленой планете. Поспеши. А когда
счастливее любви помоги. А когда завершишь долгий путь, благ земных не посмев накопить, попроси за нас Отца, не забудь, что помог нам лед пути раздавить. Попроси за нас Отца, да не забудь, что помог нам лед в груди раздавить. У дикого гуся могучие крылья в далеком полете широкий размах. Немного старанья, немного усилия, и пусть высоко, высоко в облаках. У ласточки крылья, у голубя тоже, а я человек, не умею летать. Ведь птицам приходится посторонить.
называется ирландская арфа, а есть неправильный леверсная арфа. Леверсная вот из-за этих вот механизмов, которые называются леверы. Есть, бывают такие, знаете, большие оркестровые арфы. И там идет переключение на полутона за счет педального механизма. А здесь же как раз это делают вот эти вот леверы. Поднимают струнку на полтона выше. Это, кстати, самая дорогая часть в арфе. Считается, что арфа – это нам подарок из высших сфер. Ее сестры, братья – это лира, гусли. И она имеет тоже такой гармонизирующий, успокаивающий эффект. В Древней Греции даже существовали такие здания, назывались они асклепии, куда люди приходили общаться, и все это происходило под звуки арфы. Считается арфа, что это водная стихия, которая тоже нам помогает упорядочить, гармонизироваться. Наш инструмент, тем более, он настроен на частоту 432 Гц. Сейчас вся музыка, она настроена на заряд, считается там 440 Гц. И это не есть природная частота, это не наша частота с вами. Так было не всегда, его вот настроили недавно. Мы с Алексеем даже проводим такие мероприятия, как арфа-медитации, когда люди погружаются вот в эту вот мелодию арфы, ее звуки, вибрации. Проводим такой концерт лежа, можно сказать. Вот так вот люди ложатся головой к арфе и полчаса просто слушают музыку, стараясь отвлечься от событийности, стараясь попасть в настоящий момент. Потом мы также предлагаем людям сесть спиной к арфе и уже почувствовать позвоночником ее вибрацию. Кто-то садится, а я, допустим, играю. Вот. И сейчас мы с вами давайте устроим такой мини-релакс-сеанс, особенно кто сидит. Вот. Можно принять удобное положение. Если кто хочет, может закрыть глаза. И давайте просто с вами попробуем следовать за музыкой. К нам будут приходить мысли, а мы будем отгонять. Представим, что мы стоим на берегу реки. И по ней, конечно же, протекают какие-то веточки, листики. Это наши мысли. Они приходят, особенно у женщин, заботы по дому, и уходят, пускай они уходят дальше. Давайте с вами попробуем отключиться сейчас от всего. Забыла сказать, что после нашего концерта, каждый желающий может подойти и непосредственно пообщаться с инструментом, поиграть, пофотографироваться. Любые прикосновения к нему вызывают ангельские звуки, вне зависимости от наличия музыкального образования. Так что, имейте в виду. Thank you.
на чем-то хочешь научиться играть? Я говорю, ну, так как я научилась на флейте играть из-за того, что мне нравится кельтская музыка, ирландская, то я бы хотела еще научиться играть на арфе. Сказала и забыла, а они не забыли. И, в общем, они подарили мне эту арфу. Спасибо им большое. Это вот Наташа Кудрявцева и Слава Фирсов. Славика не вижу. Где-то... А, вот Слава. Да. Спасибо вам большое, ребята. Теперь у нас с вами официально будет финальная песня. Это тоже песня Ярослава Климанова, которая выиграла в конкурсе «На благо мира». Есть такой интернет-конкурс, там разные номинации. Проза, стихи, авторская песня. Вот в прошлом году в номинации «Авторская песня» она заняла первое место. Называется она «Милость». Мы сейчас, я сейчас ее исполню. Это будет как бы